Новый год – это не время болеть. Tantum Verde Forte – это не детский спрей, ведь он специально для взрослых. Tantum Verde Forte – двойная сила против боли в горле. Москва, квартира, 30 минут до Нового года. Ну что, дорогая Вероника, я бы хотел поднять этот бокал, чтобы проводить этот год. Год, конечно, был разный, но в этом году появилась ты, и все плохое, что было, затмило собой вот всем своим хорошим, вот всеми своими хорошими, упругими такими. Извини, просто у меня давно не было серьезных отношений. В общем, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Я его встречаю с тобой. И я хотел бы, чтобы следующий год был такой же, как ты. Красивый, манящий, обтягивающий, беструсиковый. Да, уж давно у тебя не было отношений. Давай выпьем. Интересно, кто там? Никуда не уходи. О, Санек, здорово! С наступающим! Здорово, Витька. Что-то случилось? Да нет, что случилось? Все нормально. Все нормально, что? Да на тебе лица нет, я же вижу, что-то случилось. Да нет, ничего не случилось. Что с я, у меня что случилось? Что ты... Все нормально. С Ленкой поругались? Я, да пошел на втрещину, кто она такая вообще? Я, чтоб еще с ней ругался, с этой совцой, с этой тупорылой, с кукушкой психанутой с этой, я еще буду ругаться, делать мне нечего. Чтоб поругаться, надо два человека, а из нас двоих остался один человек, Витя. Понятно, значит, поругались. Я ни с кем не ругался, о чем ты говоришь? Как можно поругаться просто с пустым местом? Просто никто просто. А ходит на таких щах, как будто зерновую сделку лично провернула, знаешь? Ладно, Саня, знаешь что, я тебе предлагаю, ты остынь. Давай посидим по-соседски, Новый год все-таки. Да не, я пойду, Витя, я пойду. Ты что, чего я буду мешать, тем более у тебя там так вкусно пахнет. Чего ты... Я просто, кстати, зашел тебя с наступающим поздравить. Кстати, с наступающим тебя. Да, спасибо. Ну что, может, это пройдешь? Там же холодно на улице. Чего ты куда-то пойдешь? Да что я, мне некуда пойти, что ли? Или что, я не могу куда пойти? Вон в М-видео пойду на телевизор и посмотрю, послушаю, что Путин и скажут. Что? Ладно, ну реально, Сань, заходи, заходи, посидим, выпьем, расслабишься, а потом просто уже расслабленный... Просто на секундочку, потому что ты просишь, и все. Ну, конечно. Просто на одну секундочку, просто... Кстати, познакомься, это Вероника. О-о-о! Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Я извиняюсь, я уже ухожу. Вы что? Да я все понял, что какая-то тварь. Я... У вас тут намечается то, что у меня уже сегодня не намечается. Я все понимаю. На катамаране третьего места нету. Или у вас есть? Саня! Я шучу, что ты на меня? Я шучу просто. Это изменяют тем, кого любят, понимаешь? Вот. А это так просто. Насморк было и прошло, знаешь? Че поругались-то, расскажи. Да я ни с кем не ругался, слушай, что я буду с кем-то ругаться. Я просто в ванной вчера лежал с телефоном, хотел брату отправить открытку поздравления с Новым годом, случайно бывший член отправил. Я вообще ни с кем не ругался. Ладно, слушай, я тебе предлагаю расслабиться, выпить. Да что я буду пить? Не, пьют те, у кого проблемы. А что у тебя есть выпить? Ну, шампанское, вино, вот чача. Давай чачу, быстрее сдохну, давай. Давай. Ну что, я предлагаю сразу же проводить уходящий год. Давай я скажу, ладно, давай. Да, давай. Я хочу выпить за вас. Пусть все плохое останется в прошлом году. Вот все, что все негативное, ворчливое, это недовольное, это ля-ля-ля-ля, пусть останется в 16-й квартире в прошлом, со своей собакой долбанной, говкучей. Пусть сдохнут оба просто все. За вас. Пойду, не буду мешать. Да ты не мешаешь, Сань. Как не мешаю, я до этого вино пил, сейчас чачу жахнул. Как это?
Я знаю, что хочу сказать. Я когда мешаю, я мешаю. Я сейчас выпью и пойду. Просто я с вами вот тут сижу в хорошей компании, понимаешь? Я хочу тебе за это сказать большое спасибо, что я с вами здесь, а не где-то там на тайском массаже на Новослободской за Додо пиццей там вниз в подвал направо и спускаешься. И я сижу в компании нормальных людей. Дорогая Вероничка, ты за Витьку держись. Вот я сколько своей жене не говорю, держись за моего Витьку. Она не хочет никак. Отсюда и проблемы. Не то, что Ляйфинь с Новослободской. Ладно, пойду я, все, на Новослободскую. До свидания. Давайте, хорошо вам отпраздновать. Я... Просто, как говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Вот меня перед Новым годом посадили в тюрьму на год. Я реально год сидел, прикинь. Ваше здоровье, за вас. Слушай, Сань, ну ты же сам видишь, у тебя все темы сводятся к Ленке. Может, просто пойдешь наверх и помиришься с ней? Да я ни с кем не буду мириться, я ни с кем не ругаться вообще. Зачем ты мне вообще напоминаешь? Я просто забыл про нее уже. Забыл. Можешь позвонить и спросить, где я? Да что я буду звонить? Лучше сам позвони и помирись. Да нахрен оно мне вообще втюхалось? Можешь просто позвонить, сказать, что видел, как я с камнем и с веревкой к сторону моста иду? Сань, лучше просто поднимись и помирись с Ленкой. Витюша, для того, чтобы помириться, нужно, чтобы было два адекватных человека, готовых строить отношения на доверии и честности, понимаешь? Звони, скажи, что я пошел топиться. Ладно, как скажешь. Алло, Леночка, привет. Да, спасибо, я тебя тоже с наступающим. Слушай, ты тут Санька не видела? Он просто трубку не берет, я не понимаю, что происходит. А что у тебя с голосом? Чего у тебя голос такой веселый? Я вроде его видел, он с камнем к речке шел, очевидно, что топится. Он вообще, на нем лица не было. А, все, крест, все, хэ, а, все, пока, давай, до свидания, не могу говорить. Ты че? Все. Кинули мента в колу, ждем сейчас, ждем. Все. Она там сейчас сидит себе, волосы нарощены, вырывает себе своими ногтями нарощенными, губы свои кусает накачанные. У нее есть своего только мнения, блин. Все. О, Лена перезванивает. Иди сюда. Сань, я отвечу? Да подожди, сейчас поближе подпустим. Подожди, косуля подошла на водопой, а они видят, что тигр сидит в кустах, понимаешь? Подожди чуть-чуть, сейчас ближе подпустим, все. У нее сейчас вот здесь зудит все, у нее червь правосудия ест ее изнутри. Сейчас он ее дожрет, и мы уже с червем поговорим, потому что у него мозгов больше, чем у нее, все. Все? Блин, сорвали резьбу. Потому что надо было просто ответить и поговорить с ней нормально, да помириться. Да подожди ты, мы в эти шахматы играли, сейчас мы эту лошадь схаваем. Что ты переживаешь? Где мой телефон? Все, смотри сюда. Смотри. Давай, Макрон, звони. Че ты? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Сань, ну отвечай, ну. Нет, это... Сань, если ты сейчас трубку не возьмешь, я возьму. Не-не-не-не-не. Ты возьми. Я? Алло. Я кто? Вероника. Саша? Саша в душе. Да, я знаю, что у нее есть жена. Вероника, это твои трусики или мои? До свидания, женщина. Это что это ты показываешь? Колу с ментосом, что ли? Ой. Леночка, Витенька, здравствуй. Здравствуй. Ну что, нашелся мой
Сашка? Пришел Гринч воровать Рождество. С наступающим, соседи. Я смотрю, вон у вас как вкусно, все весело, да? Да. Прилетела Пелоси на Тайвань, блин. Саша, а что ты тут сидишь вообще? Да потому что здесь меня ценят, мне даже отдельную тарелку дали. Витенька, с Новым годом, тебе тут маленький подарочек. Ой, спасибо. Пожалуйста. Что ты там принесла? Весь наш секс за год? Или что? Смотри аккуратно, там может быть ее совесть. Так, все. Давайте так. Пока мы все вместе тут собрались, я предлагаю поднять бокал. Знаете за что? За то, чтобы в новом году все помирились и не ругались никогда. И главное, находили общий язык. Но самое главное, чтобы находили в себе силы прощать. Ведь именно этот дар прощать делает человека счастливым. А ты ему, Саш, что, ничего не рассказал? Что? Лена, я только начал на жалость давить. Вот что ты лезешь? Подожди, подожди, Саня, что не рассказал? А Сашка наш салют запускал. Так. И тебе ведь машину сжег. Что? Витя, умение прощать делает человека счастливым, Вить. Ты сам сказал, как бы. Сань, это же новый москвич, я на нем даже поездить не успел. Я не знаю, как он ездит, но горит он офигенно. Подожди. Лена, я пить мужа буду твоего сейчас. У меня есть еще. Краткость. Бесспорно, сестра таланта. Что ты видел в коме? Да там, как и у нас, круглые сутки Саша Таня. Но в этом шоу краткость. Еще и способ заработать. Самый смешной заберет 200 тысяч рублей. Это миниатюры. 22 января в 9 вечера. Везде эти камеры наблюдения поставили. Живем, как в реалити-шоу. В лифте пернуть боюсь, вдруг на ютубе появится. Премьера на ТНТ.